А это видео из Билибинского района. Там прямо на проезжей части недалеко от города расположились медведица с медвежонком. Звери резвятся на дороге, не обращая никакого внимания на шум техники и на пристальные взгляды людей. Медвежонок явно собирается покушать и без конца донимает уставшую мать. На Чукотке хищники даже вблизи населенных пунктов чувствуют себя вольготно, а сотрудники охотинспекции настоятельно рекомендуют населению не приближаться к медведям, не кормить их и не пытаться потрогать. Эти хищники очень опасны. Напомню, что на днях косолапые-одиночки были замечены в окрестностях Проведения, Угольных Копий и Анадыря, так что, выезжая на природу, будьте внимательны.